Я Вадим Печерский, миграционный консультант, лицензированный аккредитованный ассистент адвоката, переводчик и публичный нотариус. И сегодня в этом видео я выступаю в качестве ассистента адвоката, который работает судебным адвокатом. Это не кабинетный, а судебный адвокат. И буду рассказывать конкретные примеры из моей 28-летней практики и вот свежие примеры о detention, о прохождении этого центра, как оттуда люди выходят, какие обстоятельства. Если информация вам понравится, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Мы начинаем. Detention. Красивое заимствованное слово, которое уже как-то вошло в наш обиход. Но давайте называть ее для простоты понимания тюрьмой, потому что detention звучит кучеряво. А тюрьма как-то буднично, и все понимают, что это такое. Ребят, тюрьма, там нет всех удобств, не санаторий, это не российская какая-нибудь там черный или белый лебедь, но это все-таки не швейцарский дом для заключенных, это тюрьма. Теперь многие спрашивают, как же оттуда выйти, и так далее, и так далее. Это не адвокатская консультация, я рассказываю то, что я конкретно вижу на рабочих кейсах, работая с адвокатом над этими кейсами. И если все-таки человека забрали в detention, если он остается в detention, критерии, кого забирают, кого не забирают, вы можете посмотреть в предыдущих видео или задать вопрос адвокату. Но если вы там уже оказались, какие у вас варианты выхода оттуда и какие могут быть по опыту, по конкретным кейсам, скажем, смягчающие обстоятельства, чтобы раньше выйти. Начнем с смягчающих обстоятельств. Опять же, на кейсах, которыми мы работаем, а таких кейсов уже сотни, а не десятки, мы видим, что получают послабление люди, которые принадлежат к определенным категориям. Какие же это категории? Первое – это категория ЛГБТ. Люди, принадлежащие этой категории, мы видим статистически, меньше попадают в детейшн-центры или проводят там меньшее время, или легче их оттуда вытащить. Вторая категория – это люди с существующими хроническими заболеваниями, содержание в тюремных условиях, для здоровья которых опасно. Естественно, это должно подтверждаться ранее заготовленными медицинскими справками и, возможно, медицинским освидетельством, которое будет проводиться дополнительно в detention. Какие заболевания из тех, которые я работал над чем? Это был в одном случае сахарный диабет, в другом случае хроническая астма, психологическое отклонение, суицид. Суицид, склонность к суициду тоже нашего клиента, мы называем это, досрочно освободили из detention. Если вы уже туда попали, как можно оттуда раньше выйти? Но давайте сначала поговорим о географии detention и где, как говорится, лучше сидеть. Первое – это Калифорния. Мы находимся, к сожалению, или к чьей-то радости, в демократическом штате. И это накладывает отпечаток также и на сотрудников, работников, и на условия содержания. Отсюда из калифорнийский детейшн-центр по практике, в которой я работаю, гораздо легче вытащить людей. Если вы находитесь в Аризоне, это сложнее и дольше, и, соответственно, и дороже будет для вас. Но если вы находитесь, не дай бог, вас или вашего родственника или друга переводят в Новый Орлеан, в Луизиану, то на сегодняшний день адвокат, с которым я работаю, это лицензированный иммиграционный адвокат, судебный адвокат, отказывается брать кейсы людей для досрочного освобождения, если этот человек находится в Луизиане. Ну, начиная от того, что туда лучше не попадать вообще, а если уже попали, то точно не в Луизиану, условия содержания отвратительные, питание ужасное, но однообразно остро-кислое. То есть там вот эта лузианская еда в худшем восприятии, поэтому для людей, страдающих проблемами желудочного тракта, это вообще неприемлемые условия питания. Отношения, ну понятно, я уже говорил, что это не санаторий, но там отношения, никто никого, конечно, не бьет и не пытает. Но отношение к попыткам выйти оттуда досрочно ужасное. То есть запросы игнорируются, на телефонные звонки не отвечаются. В режиме там связи с неподзащитным, с нашим клиентом, который пытается, идут помехи и прерывается связь. Вообще работа с ними ужасная. Вот
последний кейс, который мы работали, там мы занимались 4,5 месяца, адвокат занимался и вся наша команда, чтобы женщину оттуда вытащить из detention в Луизиане. После этого кейса адвокат принимает решение больше не браться за такие кейсы, поговорив с нашими коллегами, оценив статистику выхода из детейшн Луизиана, было принято такое решение. Почему? Это финансово-этическое решение. Когда клиент платит деньги, он рассчитывает, скажем, на какие-то определенные более-менее сроки, хотя адвокат никогда вам не будет гарантировать, какие же это сроки. От того, что у кого-то это прошло за неделю, это не значит, что это за неделю пройдет у вас. И адвокат это понимает, и не будем вам говорить сроки. Но есть как бы разумные какие-то временные понятия, которые даже если не объявлялись клиенту, но они есть у нас по прецедентам. Так вот, такой срок содержания, при том, что адвокат всячески боролся на ежедневной основе, неприемлем, потому что клиент, родственники клиента по определению не могут быть довольны ни тем, что они заплатили там за это несколько тысяч, не то, какой результат они получили, заплатив эти деньги. И для клиента что важно? Сумма и результат. И вот эти две момента для них неадекватны. Я прекрасно их понимаю. Для меня было бы то же самое. А для адвоката неадекватно, что между этими двумя точками была сделана огромнейшая работа с затратой больших человека часов. Как адвокатского времени, так и времени моего и других паралегалов, которые работали над этим кейсом. Поэтому, чтобы не иметь дополнительных проблем с клиентами, недовольства, а этот адвокат, с которым я работаю, принял решение больше не заниматься вызволением из детеншн-центра, находящихся в Луизиане. Также очень важно, какие алгоритмы используются вот в работе адвоката для досрочного освобождения. Первое, я сказал, это состояние здоровья. Принадлежность к определенной социальной группе, как ЛГБТ. А второй момент – это наличие поручителя. Поручитель – это человек, который скажет, что он предоставит вам там адрес на время, когда его отпускает, чтобы вы и варианты связи, чтобы вы явились в суд. И для этого поручитель дает вам адрес и поручается, что он вам предоставит то-то и то-то. Там, не знаю, проживание или почтовый адрес, или связь с вами обеспечит, что позвонив или написав поручителю, поручитель донесет до вас время и место обращения в суд. И еще один момент – это наличие спонсора. Спонсор – это уже другой функционал, он отличается от поручителя. Это человек, который готов заплатить за вас бейл, иммиграционный бейл. Не буду называть даже цифры, потому что он варьируется от земли и до звезд. Сумма этого бейла – заплатить бейл, что если, например, вас освобождают под залог, бейл – это залог, и в случае вашей неявки в суд, этот залог сгорает. Это может быть дано под недвижимость или там есть другие алгоритмы получения, внесения этого залога. Для этого существуют специальные центры, которые помогают с предоставлением вам этой денежной суды под процент. Естественно, называется Bail Bond Centers. Естественно, большинство адвокатов имеют выходы на эти центры, которые помогают клиентам получить денежные средства, чтобы выйти заранее. Вот при наличии спонсора, поручителя и возможности заплатить залог, также это инструменты, которые используются адвокатом для того, чтобы вы вышли из детеншн-центра. Вот на эти вопросы, которые нам задавали, что, как и как долго и где, я постарался ответить в этом видео. С вами был Вадим Печерский, иммиграционный консультант и команда Rush In Documentation Center.